Добрый вечер, и как всегда в конце недели мы говорим о нашем городском хозяйстве. На этой неделе, безусловно, тема этой недели – это обрушение дома на улице Ясной. К большому сожалению, это не первое в этом году обрушение, и говорить об этом надо. Вопрос очень острый, вопрос старого ветхого фонда в Одессе. Вопрос, это который не решался десятилетиями, вопрос, это которому не уделялось должного внимания, и теперь нам с этим всем надо разбираться. Ну и мы, безусловно, разбираться с этим будем. Мы уже говорили о том, что создана комиссия, о том, что мы делаем инвентаризацию старого ветхого фонда в Одессе, мы делаем инвентаризацию это аварийных домов в Одессе, то, чего не делалось уже много лет. Делаем это осмотр этих домов. В первую очередь, это, конечно же, это касается домов, возле которых либо ведутся какие-то работы, либо уже построены новые дома. В дальнейшем будем вас информировать о том, какие работы выполнены, что мы сделали, и о результатах этой нашей аналитики. Что касается непосредственно этого дома на улице Ясной. Жители дома были отселены в первый же день, утром. Кто-то отселился самостоятельно, кто-то отселился на нашу эту коммунальную базу отдыха «Мечта», но вопрос этого расселения был выполнен достаточно оперативно. Очень много информации сейчас, что же вызвало эту ситуацию и почему на самом деле дом обрушился. Я бы попросил не делать каких-то скоропостижных выводов. Давайте дождемся результатов экспертизы. Давайте дождемся того, что скажут специалисты. Да, мы все видели фотографии, мы видели на месте ту картинку, мы видели те ремонты, которые выполнялись в доме, окна дополнительные, которые вставлялись и так далее. Но опять-таки мы не можем сказать достоверно, насколько это повлияло на эту ситуацию и повлияло ли вообще. Поэтому еще раз повторюсь, давайте не выстраивать какие-либо гипотезы, какие-то версии до тех пор, пока мы не получим заключение экспертов. На основании этих выводов мы будем это понимать четкую дорожную карту, алгоритм наших это последующих действий, ну и уже совместно с жильцами обсуждать будущее этого дома. От этой темы ветхого и старого фонда мне бы хотелось это перейти к теме модернизации наших ЭТКП. Мы уже много и долго говорим о реформе ЖКСов, и действительно там очень много что сделано. Но помимо этого мы ведем также активную работу и с остальными нашими КП. Сегодня хочу вам рассказать о ЭТКП в сервисном центре и ЭТКП «Электроцех». Те и те организации фактически дублируют во многих это позициях функционал свой. Что мы это получим, если мы объединим их в одно КП? В первую очередь, это, конечно, мы это получим большое конкурентное КП, которое сможет хорошо обслуживать как наши бюветы, так и фонтаны и наши насосные станции. Но помимо этого мы еще это получим оптимизацию фонда заработной платы, оптимизацию штата, я сейчас за админперсонал говорю, ну и безусловно это экономия бюджетных денег города Одессы, что на сегодняшний день очень немаловажно. Поэтому уже этим летом мы объединим эти два КП в одно, и я уверен, от этого мы только выиграем, как мы, так и жители нашего города. На этом на сегодня, наверное, все. Как всегда, видимся через неделю. Жду ваши вопросы в Facebook. На все стараюсь вовремя и оперативно отвечать. До новых встреч!